я сижу, вся такая, вдоль Чикабана, да? Посижу немножко, мамой устану. Какая красота! Какая красота! Мамочкой стану. Посижу немножко и мамочкой стану. Я использую ящики, для чего снимаю видео. Продаваемые в ПАО-центре хозяйственные. 400 рублей, по-моему, что ли. Для того, чтобы у меня уточки высиживали яйца. Очень удобно в ящиках. Многие используют шины или, как сказать, колеса, да, покрышки, правильно сказать, покрышки от колес. Не знаю, как это правильно называется, я не автомобилист, поэтому, если плохо название говорю, уж не судите строго. Ну вот, мы все тут уселись и сидим. Вот такие ящики у нас. Для того, чтобы уточки высиживали. Моются отлично. Все помыл на с осени. Поставил. Их красота. Такие вот ящики. Всем всего доброго и до новых встреч. И всем доброго здравия. И я сначала не поздоровалась. Всем доброго времени суток. Сегодня вербное воскресенье. У меня утки тут празднуют. Всем пока-пока.